Всем привет, с вами Олег Канал Сегодня мы говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило. Сначала между 8 и 12 часами видно было, да, потом в районе часа было выделение. И в конце вот здесь вот на 8 часах. Ну давайте сейчас посмотрим, что уже это было. Значит, что видно, что доходило до уровня С18 за последние сутки. И вообще так периодически выстреливает. Последний выстрел был С3,7, такой мощный. 3153 зона. И наконец-то ребята подняли вероятности. То есть 60% с класса М-класс 15 и х класс 5%. Ну, вот это вот верная тенденция. Ну что можно сказать, а вот ребята забыли здесь приписать номер, номер не приписали, зато нашли еще одну активную зону 31.55, я думаю, что это будет 31.56 и более понятно становится 31.53, да, это была мощная зона, видно, что она похоже уже отстрелялась большей частью, я надеюсь. Но посмотрим, посмотрим, понаблюдаем за ее активностью. То есть вот эта зона как раз была ответственна. И дроллер Юмер Шутки, кстати, был абсолютно прав, когда говорил, что надо 3-4 дня подождать. Вот мы подождали, и как раз видно, что все повернулось к нам. Давайте посмотрим в другом диапазоне. Сейчас вот, Здесь что можно сказать? Ну да, видно, что уже такой энергии нет. На 8 часах, даже на 10 часах сейчас пободрее смотрится. Всего у нас 13 сейчас пятен в 4 активных зонах. Ну давайте посмотрим еще на дыры. Ну вот здесь вот такая дыра, она потихонечку разворачивается, то есть расширяется. Видно, что она как раз проходит через экватор. А то есть на следующей неделе, может быть, даже с воскресенья начнется влияние на нашу планету, и потом солнечный ветер будет выделение однозначно в сторону нашей планеты. То есть довольно-таки интересное событие. Вот здесь, смотрите, такой очень длинный протуберанец. Очень длинный наблюдается. Ладно, давайте перейдем на нашу планету. Теперь увидим, что ну, в районе четверки держится. 4 минус, 3 с плюсом, на таком уровне. Давайте посмотрим, что прогноз. Да, так и остается на ближайшие дни, так и остается. Теперь переходим к вулканам. 52 вулкана при норме 50. Вызвала очень большой отклик информация про вулканы, про Натаупа, про Таупа на Новой Зеландии. Так, ну вот здесь много-много комментариев. Вот давайте начнем Ксарь Берус Локи. Ксарь Берус Локи пишет. Я обратил внимание, что вулкан даже в Антарктиде извергается. Как-то не видел раньше вроде бы. Знаете, это вулкан Ребус с очень интересной историей. То есть там разбился когда-то самолет новозеландский, который делал туристические полеты именно к этому вулкану, чтобы посмотреть самолета. И там еще были некоторые катастрофы. То есть он с такой... Хотя он довольно-таки труднодоступный, казалось бы, но у него такая больш... такой лист жертв довольно-таки значительный. Что, вы знаете, очень интересный вулкан, на самом деле. Так. Джон Декамбаев пишет: это еще несет сюрпризы. Ну, пока больших сюрпризов нет, но, по крайней мере, подготовка к ним проводится. Матвей Кузнецов пишет, классно бы увидеть извержение супервулкана. Сегодня там же еще пятерка, он имеется в виду, Новая Зеландия, только глубокая на этот раз. Ну, мы сейчас перейдем к землетрясениям, посмотрим. Дальше читаем. Алекс, добрый вечер, пишет Никита. Я хотел бы сказать по поводу Эльбруса и Казбека. Могут ли эти два вулкана проснуться? Один из них, я говорю, потому что на Камчатке уже проснулись два вулкана Расскажите свое мнение, Алекс, хотел бы узнать поподробнее По сейсмичности есть признаки, что потихонечку происходит пробуждение Но сколько это займет лет, сложно сказать То есть это вопрос не каких-то дней, месяцев, это годы на это уйдут И здесь вопрос, увидим ли мы, как говорится, в этом веку это или это не произойдет. Вот в чем бы вопрос. Хотя Сергей Путин пишет, как бы под Новый год Казбек или Брус не стали активными, могут делов наделать. Ну, это маловероятно. Это вообще там вероятность, наверное, тысячная процента вот где-то вот такого уровня. Но мы отмечаем то, что там под ними какие-то процессы происходят. Вот что про это пишет дроллер юмор шутки. Каждый из проснувшихся вулканов сбрасывает энергию ядра планеты во внешнюю среду. Чем больше вулканов в активности, тем ниже вероятность пробуждения супервулкана. Э, сложно сказать, потому что никто, наверное, не изучал, ну, точнее, никто даже не видел, как супервулканы Коррелируется активностью с вулканической. Может быть, если мы увидим, да, нам действительно повезет. Охотник за грозой в Харьковской области пишет: Что-то, мне кажется, супервулкан Yellowstone такие рванет. Есть начало, если начали супервулканы пробуждаться. Тоже малая связь, допустим, если рванет Таупа, либо там в Японии аэро какая-нибудь, либо вот филигрейские поля рядом с Неаполем, то, понимаете, Йеллстон может отреагировать, может не отреагировать. Как правило, это все зависит от общепланетарных процессов, влияния чего-то на нашу планету. Скорее всего, будет влияние Солнца таким или иным образом. Так, пишет Алексей Покровский. Алекс, спасибо, благодарю вас. Так, вот Ольга Шаламова пишет из Техаса. В Нью-Мексико интересный рельеф. Перед горной цепью равнина и стоит давно потухший вулкан Капулин. Он относительно невысокий. В Колорадо мы были на горячих источниках. Я так понимаю, они подогреваются магмой. Да, вот горячие источники имеют непосредственный там контакт с магмой. Ну, не плотный, просто тепловой контакт. Но что самое интересное, в первый раз такое видел, источник бьет в горной реке, вода в которой очень холодная. Очень интересные природные процессы. Да, потому что вода, она несет воду откуда-то с другого места, просто протекает над этим местом, а непосредственно горячие источники берут из глубин, из глубин своей энергии, поэтому вот такое явление наблюдается. Ну что, переходим теперь к разбору сейсмичности, давайте. За последнюю неделю магнитуда 4,9 и выше 57 землетрясения, согласно Американской геологической службе. Что можно отметить? Ну, смотрите, вот здесь вот около Камчатки у нас есть у севера Курильска, да, вот здесь 72 километра глубина, ну 4,9 отмечается. Потом вот Таупа, про что Матвей упоминал, в Новой Зеландии глубина 168 метров. Ну, кстати, очень плохой признак. Когда есть и глубокие, и поверхностные, и все это крупные землетрясение, ну явно, что там энергия идет с глубины, во-первых, видно. Во-вторых, ее можно проследить канал непосредственно откуда она идет, да? как как правило, они не строго вертикальные, вот эти вот каналы магматические, они отклонены, под углом находятся, то есть глубинный очаг залегания магмы, он находится в другом месте, чем сам вулкан. Так, ну что, давайте перейдем за последние сутки. Всего лишь 121 землетрясение, мы тут два и выше, при норме 150. Как-то, согласно версии этого сайта, все немножко стихло. В Атлантике, в Северной мы видим, ничего нет, зато вот около Корсики. Здесь двоечка около Сицилии, здесь сразу три двоечки, три пять. С другой стороны, два и семь на юге две двойки в Греции, вот здесь около Крита, две двойки, две двойки на юго-запад от Турции, 3,7 Турции на глубине 10 километров, недалеко от Стамбула, 150 километров, 70. И вот Чеченская республика, пожалуйста, у нас 3,4 на глубине 2 километра, населенный пункт Сержень-Юрт. Ну, здесь нет связи с вулканами, но я думаю, что это все отголоски вот этой сейсмичности, которую мы наблюдаем всю неделю. Троечка в Ираке у нас 4,5, на западе Ирана глубина 15 километров, 3,6, чуть южнее. Да? Ну и вот в Персидском заливе здесь у нас продолжается. Серия 4.2 на глубине 10 километров и на 4.5 на глубине 10 километров. Там 4.7, 3.7. Вот все на глубине 10 километров. Давайте посмотрим. Индию около Мумбаи. Обратите внимание, в последнее время регулярное землетрясение 3.3 на глубине 5 километров. Надеюсь, это не какие-то национальные танцы. Там, то есть весь Мумбай затанцует реально возможное землетрясение. Тибет двоечка, 3,2 в Кашмире. Ну, вот здесь в этом выпуске активность высока. В Казахстан 4,3 без глубины. 3,8 тоже без глубины. 3,3 тоже без глубины. Так, ну это мы должны скритично. А вот 3,5, вот это четко. 3,5 на глубине 10 километров. В Алтае, в Алтае, у нас на Алтае вот у нас такое. Республика Хакасия 3.1 на глубине 5 километров и 3.3 на глубине 10 километров в Кемеровской области. Байкал, кстати, обратите внимание, молчит. И вот об этом пишет Матвей Кузнецов. Алекс, а вот вокруг Байкала затишье уже больше пяти суток полное. Может копит энергию, интуиция подсказывает, что у них добро. Ну да, вот такое вот затишье. Но много он не накопит за несколько дней. Вот если он несколько месяцев будет молчать, вот это вот должно вызывать опасения. Так, 3.1 у Алиутских островов, 4.8 на глубине 37 километров, 3.2 тоже Львовские острова, а вот у Сири-Курильского у нас 4.9 на глубине 72 километров. Здесь вулкан Карпинский, Карпинского. Япония 3,7 на глубине 10 километров, так вот относительно все тихо, сильно Филиппина 3,3, центральные 4,7 на глубине 184 километра, южные 2 тройки. Смотрим Суматра здесь, 2 тройки, двоечка, на юге тоже двоечка, Восток Ява 3,0, здесь 3 двоечки около Флоренса. И смотрите, Сулавеси 5.0 на глубине 155 километров. что опять у нас многовато глубоких землетрясений. 3,147 километров. А у нас море Серам, вот здесь вот 4.5 на глубине 39 километров. Вулкан Дукона 4.5 10 километров. Давно себе не дало знать вулкан Дукона. Вот пожалуйста. И у Кальмахера здесь три тройки так папа 41 на глубине 21 километр западная здесь 40 10 километров у Пунак -джая. Ну, это там кстати гора, где ледники еще до сих пор присутствуют 49 на глубине 33 километра и 33 на глубине 46 километров. Так, давайте теперь посмотрим Австралия. Ничего нет. Зато вот есть в Унуаду. 4,5 на глубине 295 километров. 4,6 на глубине 9,79. Здесь Трейторс Хэд. Трейтерс Хэд. Здесь 4,5 на глубине 9,62 километра. 3,4 получается. Так, на юг от Фиджи 4,5 573 километра. Ну, все к Новой Зеландии вот идет, все идет из Фиджи. Кермандек 4,8 на глубине 100 километров, 4,8 10 километров, здесь 4 тройки и вот 5,1 на глубине 168 километров. Так, давайте теперь посмотрим Антарктиду. Ничего нет в Африке тоже. Канада. Канада все автошоки продолжается. 3,8 на глубине 5 километров. Юг Аляски 2 тройки, 2 двоечки. На Гавайях только двоечки. Вот, двойка в Калифорнии. Две двойки в Техасе. И давайте посмотрим, что здесь Калифорнийский залив. Калифорнийский полуостров. Здесь получается 4 тройки. 3,8. Вулкан Солтон Бац. Это самый северный. Так, у Парикутина здесь 3,9, у Калимы 2 тройки южнее 3,5, в заливе 3,5, 4,4, 166 километров на юге Мексики, 4,2, 121 километр. Смотрим дальше. Сальвадор 4,2, 57 километров, вулкан Табурет 3,1 там же, чуть южнее 3,9, 2 двоечки. И вот смотрим, что это Панама, да, Панама. 5.0 на глубине 48 километров. Вулкан Бару. 5.1 на тридцать 38 километров. Но ну, здесь уже к бару не относят. И еще две тройки. Чуть южнее. Так, ну, давайте посмотрим. Здесь Колумбия шесть километров. Доминикана две тройки и двоечка. Двоечка на Пуэрто-Рико и 3.2 Виргинские острова. Так, у нас Колумбия на юге 4,5-10 километров. И вот Галапагоса, пожалуйста, 4,6 нагрубленных 10 километров. Вулкан Дарвина. Вот. В честь Дарвина назвали вулкан. Эквадор 4,0 38 километров. 3,5 около города Лима в Перу. Северная Чили здесь дает 4,3 на глубине, 111 километров, 3 тройки, 2 двойки, 3,1 южнее Антофагасты, 3,6 у Кальяпа и двоечка ближе к Ульпараису. Ну что, на этом все. Ну, активность, правда, немножко понизилась, но хотя вот регионы некоторые сохраняют высокую активность. Прежде всего это касательно Новой Зеландии, потом это... Сулавеси вот здесь вот дает о себе знать. Интересно, что здесь Галпагос и Панама вот здесь такую серию выдали, да. Вот вообще здесь видно, что в Латинской Америке неспокойно сейчас абсолютно. Ну и смотрим, что происходит на Кавказе, в Южной Сибири тоже э, наблюдаем, пойдет ли это к Байкалу или что с этим будет происходить. А с вами был Алекс Канабир, Лабжи. Отличное упражнение.